Сегодня у нас необычный обзор. Велосипед Стерн, превращенный в просто машину для поездок, для туризма, для чего угодно. Огромная резина. Просто огромная резина здесь стоит. 27,5. Широченная. Полноразмерные крылья. С такими вот автомобильными брызговиками, чтобы наверняка педальки мощные усилены на промах. Позади у нас мотор, в номинале он считается типа 500 ватт, по факту здесь, наверное, ватт 350, но 500 ватт в него можно закачать. Такая самодельная металлическая защита для вот всего этого дела. Мы здесь будем сейчас переделывать разъем. Здесь вот выходит провод от мотора, вот там вот он петелькой. Мы сейчас сюда разъем будем устанавливать. А так, конечно, много тут разных наших деталей. А, вот, наверное, седло вот такое вот. Анатомическое, ортопедическое, очень классное. С пеной. Значит, здесь у нас пружинный подсидел. У всех пружинных подсиделов проблема. Они вот так начинают разбалтываться, потому что здесь внутри пластиковая вставка стоит, по которой ходит сама направляшка. И это все, к сожалению, разбалтывается со временем. Здесь, я так понимаю, контроллер находится в этой металлической коробке, в герметичной. И здесь, наверное, аккумулятор. Это баллон для гудка. Там вода. Что в сумочках, не знаю. Не открываем. Это вот показывает температуру, видимо, внутри аккумулятора. Руль-бабочка. Это очень необычно для такого большого велосипеда. Ну, вот здесь, видите, здесь хват, здесь хват, здесь хват. То есть, как минимум, три разных хвата можно осуществить с рулем бабочкой. Это у нас включение. И вот это включение, экранчик, компьютер, что очень много всего. Как минимум, два фонаря, колоночка. И даже такие мигалочки стоят. Телескопическая подножка, которая вполне себе выдерживает вес всего велосипеда. Тормоза Текра, гидравлика. Клиент катается, по-моему, года уже, наверное, 3 на этом велосипеде. До сих пор все работает. Велосипед очень чистый, ухоженный. Здесь вот целых два замка. Вот так вот у нас идет подводка. Здесь датчик ассистента стоит. Все проводочки, насос. То есть все предусмотрено. Все, что необходимо. Крепление самодельное. Просто обычные сантехнические хомуты. Просто они проходят через бутылкодержатель. Вот здесь вот. То есть немножко отогнуто. И проходит крепление. То есть все очень просто и надежно. И держится, и работает. Хомуты пластиковые мы печатали. Да, наверное, года 3 назад было. Для крепления крыльев. И вот эта вот светоотражайка. Ух ты, здесь фонарь еще самодельный. Тоже, видимо, пластик. А, это даже камера. Это даже камера, представляете? Камера, гудок, фонарик. Вот это что-то типа лазерной указки. Музыка. Все это на удлинителе. Все это на хомутах. Красота. Представляете, сколько здесь всего придумано и воплощено в реальность. Такой вот модный мега-монстр на базе велосипеда Стерн. И как видите, все работает. Ничего не разваливается, если велосипед ухоженный, если велосипедист за ним ухаживает, то все это служит достаточно долго, и даже вот с такими нагрузками, человек большой, все работает. Самодельный усилитель дропаута вырезан сюда, вот, чтобы зафиксировать ось колеса по форме. С этой стороны усилитель дропаута стоит. И еще здесь будет скоро стоять багажник, может быть, мы его увидим в следующей серии. Такая вот красотища.